Борьба со снегопадами начала февраля отняла немало сил у коммунальных служб. Однако не только на коммунальщиках лежит ответственность за устранение последствий стихийного бедствия. Объекты торговли и другие коммерческие предприятия также должны следить за своей территорией. Административно-технический надзор проверил, как бизнес справляется с уборкой в зимний сезон. Результаты радовали не везде. Вот такие, мягко говоря, немаленькие сосульки обнаружил административно-технический надзор по адресу Броварская, 102. Избавиться от наледи – это первое требование к зимней уборке вокруг коммерческих предприятий. Сегодня же сейчас дадут показания, да. Все собьют. И по поводу вот рекламной конструкции вот этих? Это все тоже уберут. Когда? Ближайшие, я думаю, на эту неделю уберут. Также на многих участках возле магазинов и других предприятий можно было увидеть груды снега, которые складировать на площадках запрещено, необходимо тут же вывозить и даже более того, очистить территорию вплоть до твердого покрытия. Между тем, даже договор на вывоз снега обнаружился только у магазина сетевой торговли. После оформления протокола у предприятия будет 5 дней на то, чтобы устранить недостатки уборки, иначе штраф от 15 до 70 тысяч рублей. На всех объектах торговли обнаружены, выявлены недостатки по содержанию прилегающей территории. По складированию снега, содержанию прилегающей территории в виде снега на леде. Вручены предписания об устранении нарушений. И будем контролировать исполнение их в срок. Все приглашены к нам в отдел. После обильных снегопадов такие проверки Админтехнадзор проводит практически ежедневно. В этот раз рейд прошел совместно с администрацией Щелковского района. Большинство объектов проверяются на основе обращений от жителей, поступивших на горячую линию районной администрации и портал «Добродел». В ходе рейда уделили внимание и несанкционированной рекламе, обнаруженной на нескольких объектах. А вывески узаконили? Средства защиты информации? Мы пока просто ее повесили, что будет открытие. А когда открывается? Пока еще не до конца все доделали. Ну, понятно. Вы, наверное, знаете, что здесь законом ваши все информационные средства должны быть согласованы с органами самоуправления. Такие незаконные вывески устраняют незамедлительно, а также проконтролировали решение проблемы благоустройства на Свирской. Здесь контейнерную площадку, установленную магазином, используют не по назначению жителей. В ближайшее время она будет демонтирована. Александра Гранич, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».